Larva inside. That's what I mean. Вот о чем я говорю. So rhino, это личинка жука-носорога. Их можно есть сырыми. В запеченном виде это настоящий местный деликатес. В это время года они тут в изобилии. Понятно, зачем их жарят. Ready for this? Вы готовы? Oh my goodness. Боже мой! This one has been Эта личинка давно тут живет. A very, very long time. I'm not gonna eat. После такого я неделю есть не смогу. Таких насекомых содержится больше протеина, чем в мясе и рыбе. Это идеальная пища для условий выживания. Думаю, в списке самых отвратительных вещей это займет верхнюю строчку. А на вкус как... Как куча козявок, словно их втиснули в сосиску и положили в рот.